Привет, YouTube, привет, комьюнити. Широгорый флиппер у нас на резе граната. Заточка. S90 на клинке. Почему и, собственно, я изначально стали S90 не записывал ни в какие группы? Потому что стали S90, сталь, мягко говоря, мало применима на ножах. То есть, если тот же самый Carpenter CTS XHP можно спокойно встретить почти на любом Hinderer, вот, на некоторых спайдерках, да, то есть сейчас техно пошла в серию с этой сталью, то S90 была на двух ножах, по сути. Может быть, был еще Манекс или Мул. Вот, это мили и парамили. Вот. Это первый момент. Второй момент. S90 относится к серии, скажем так, оверхайпленных сталей, то есть сталей с очень большим пиаром, то есть как S110, S125 и прочее, прочее, прочее. То есть на бумаге это стали с дикосом, большой ванадиевой группой, которая очень мощно режет, по идее. Но это по идее. А от заточников, от некоторых, я слышал, что сталь очень интересная, но нихера не режет. Вот мы это сейчас и проверим. Ну, естественно, слово «нихера не режет», я думаю, будет больше в контексте. Из минусов, что нам помешает? Вот эта рукоять, посмотрите внимательно. Вот эти выемки тоненькие, эти титановые плашки. Это то, что нам может помешать. Все остальное играет за нож. Спуски от обуха сведем 0,4, заточен под 30 полных градусов, без микроподвода. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну, рез очень крутой. Вот что не отнять, то не отнять. Рез жуткий, потому что вот этот 18-миллиметровый канат проходить продавливанием, это довольно тяжело. Но тем не менее, мы прошли 20, поехали дальше. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 10. S90 изначально это 420-я сталь, сильно обогащенная ванадием, ну и порошковая при этом. Ее, скажем так, стандартное название — это NC420V. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 60 прошли. И про S90 еще можно сказать довольно интересную вещь по поводу этой стали. Что по слухам, эта сталь может калиться аж до 65 по раквелу. Я, правда, не верю в это на самом деле. Это инструменталка, ее рабочая твердость 59-61. Вот. Сколько здесь, я понятия не имею, но зная, кто конкретно термичит клинки Широгоровым, я могу точно сказать, что термичка здесь не может быть плохой. Но тем не менее, поехали дальше. Мы прошли пока все 60. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Прошли 80. Итак, идем дальше. Раз, два,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Прошли 100. Хочу показать одну вещь, одну деталь, которая мне очень нравится сразу. Посмотрите на клинок. Фокус, не дури башку. Видите? Грязи почти нет. Почти. И, кстати, конкретно этот флиппер, ну, я думаю, как и большинство широгоровых, я думаю, подавляющее большинство, сведен изумительно. Я никогда в жизни еще не видел такого качественного сведения при заточке. А, ну, я имею в виду на серийных ножах. Да, то есть широгоровы, они же все-таки какими-то мелкими сериями выпускаются. Это не конкретно там. Мы вот с Артемом, с человеком, который предоставил мне этот нож на тест, за что ему большое спасибо, разговаривали и сошлись на том, что кастомный нож, да, это все-таки авторский нож, то есть изготовленный в одном экземпляре под одного конкретного кастомера, покупателя. То широгоровы — это мелкосерийные ножи, но с отличнейшим, вот, понимаете, все эти тетерюшечки в виде фасочек для меня лично, как для человека, который очень много ножей точит, это все постоку-поскоку. Ну да, прикольно. Вот. Но то, вот как ножик сведен, как изумительно по нему идет и шпро, то есть как ты... Просто песня, реальная песня. А, и это очень приятно. Потому что просто рюшечки там, как бы, фасочки и прочее, это все одно дело. А когда нож начинает работать, это совершенно другое дело. Так, сейчас мы домотаем еще скотча, сотни мы прошли. Пока идем нормально. Пока идем практически продавливанием. Сколько еще мы так будем идти, я пока не знаю, но пока я не вижу в ноже никаких проблем. В принципе, если тот пиар, скажем так, тот промоушен, та реклама S90 хоть имела под собой хоть чуть-чуть правды, то мы увидим новый рекорд. Вот. Но посмотрим, на самом деле посмотрим, потому что новый рекорд — это пройти 300 с лишним резов, побить Military M390, это будет непросто. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 120, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 140. Кстати, пока, вот пока, я не чувствую особых проблем в рукояти. Видимо, когда их начну чувствовать, пойдет какое-то ухудшение реза. Этот момент надо будет попытаться поймать. Но тем не менее, 140 мы пока прошли. Идем, полет пока очень хороший. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять.
Прошли 160, да, насколько я вижу. Будем дальше. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Прошли 170. Итак, мы прошли 170. Скотч еще намотали, поехали дальше. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Прошли 190. Пройдем еще десяток, положим в желтую. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Так, прошли 200 продавливанием на 18-миллиметровом канате. Круто, конечно. Круто, круто, круто. Посмотрим, что сможем сделать дальше. Посмотрим, когда я устану и начну пилить. Вот. Судя по всему, мы побьем рекорд. Мне так кажется пока. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 220. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Фух, устал уже. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Прошли 240. Пока особых затруднений нет, но началось небольшое наминание вот здесь. Небольшое. Сейчас мы опять намотаем скотч и продолжим. Итак, мы намотали еще скотча 240, прошли, поехали дальше. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Прошли 260. Солнце практически село. Надо чуть-чуть включить подсветку, чтобы хоть что-то видеть. Так, мы прошли 260, поехали дальше. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Прошли 270. Так, прошли 270. Прошу прощения, у меня телефонный звонок отвлек. Поехали дальше. Наверное, думаю, пройду тридцатку, а потом чуть-чуть передохну. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Раз.
два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Итак, гроссмейстерский рубеж суперстали мы прошли. 300 резов мы сделали. Ну, я не знаю, насколько далеко мы уйдем дальше, потому что, честно говоря, усталость она дает о себе знать. Но рез пока идет. Хотя, как вы могли заметить, последние разы давались не так бодро, как первые. Хотя все то же самое продавлено. Но S90 это все-таки не совсем реклама. Да, это уже можно сейчас признать. Ну, хотя бы потому, как точится S90. Корс, 120-й камень из набора Апекса, его вполне спокойно жрет. Вполне спокойно. То есть я не репрофилировал, но тем не менее, насколько я знаю, нож точился до меня алмазами. А алмазы я очень сильно не люблю, поэтому я решил все это дело снять сразу. Поэтому, грубо говоря, корс вполне спокойно и нормально берет, скажем так, никаких особых проблем нет. То есть я считаю, что страхи о заточке S90 и точек суперстали, они оправданы исключительно для владельцев таких, скажем, бытовых систем, что это типа ДМТ там или Лански. Да, на них будет, наверное, это все страшно и сложно, на H-Pro никаких проблем нет, абсолютно. Итак, мы прошли 300. Мы прошли 300. Сейчас рука чуть отдохнет. Солнце практически за горизонтом. Сейчас оно уйдет за тучки. Да. Я начинаю жалеть о том, что я люблю такие стали. Вот любил бы я сэндвики. 80 раз, вжик-вжик и готово. 82 раза, круто, рекорд, что-то типа того. А вот S90, M390, Carpenter, это все зло, конечно. Поехали, 300 мы прошли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 320. Пам-пам-пам-пам-пам. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 340. Рука устает так идти, конечно. Давайте, наверное, попилим немного, посмотрим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь,
9, 10. 360, тем не менее, мы прошли. Надо чуть отдохнуть, скотч намотать. Рекорд уже побит. Я не помню, 330 был на миле или что-то в этом духе. Вот. Кстати, некоторые как бы мне говорят, что рекорд-то был на эндуре, там 400 с хером резов. Потом я просто выдохся, оно же бы еще резал и резал. Это все так, только эндура была заточена практически под конвекс. Это во-первых. Во-вторых, у эндуры был микроподвод. А как бы конвекс на сведении в 0,5, ну там не конвекс был, ну почти, то есть, скажем так, три бивел, как бы это сказано было на английском, на русском я без понятия, как это сказать, ну скажем так, трехкратное снижение обуха получается, а с микроподводом и четырехкратное. Как бы это, ну довольно крутая заточка по сравнению с заводской. Здесь тоже не заводская заточка, я согласен, но здесь нет микроподвода, а исследования микроподводов уже показали, что двукратное преимущество оно дает на мягких сталях, ну допустим, даже как бы 50% на твердых порошках возможно, а может и больше. Поэтому нынешний результат — это рекорд. А эндура шла, плюс у эндуры была кастомизированная, скажем так, рукоять, и это тоже как бы определенного рода бонус для ножа. Я думаю, пока эта рукоять едет за счет реза этого ножа. Потому что рез действительно очень бодрый, рез действительно очень интересный. И когда этот рез прекратится, мне пока непонятно, честно говоря. Я пока совершенно, скажем так, в прострации на эту тему. Тем не менее, скотч мы намотали. 360 резов мы прошли. Поехали дальше. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять. 6, 7, 8, 9, 10, 380. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 400. Адский режек, конечно, адский. 400 резов мы прошли. Вот. Давайте продолжим, потом будем наматывать скотч. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 420 мы прошли. Сейчас просто интересно одну вещь попробовать. Она вообще тупится, нет? Это было 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 440. Так, 440 мы прошли. Скотч намотал. Приостановил сейчас видео для того, чтобы чуть распутать бухту. Я как-то не ожидал такого результата. Распутал довольно мало каната. Ну, поехали. Прошли 440. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять, десять, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Прошли 460. Раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Восемь, девять, фу, десять. Пот, честно говоря, уже просто заливает. 480. Сейчас чуть-чуть утрусь, скажем так. Фу. Раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз. Попробуем. Сейчас чуть-чуть рука отдохнет. Попробуем. Проходит почти. Два. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Не думал, что я когда-то это скажу. 500. Ох, чумовой резак. Вообще, просто у меня, честно говоря, дико устал, поэтому у меня особых таких эмоций нет, но... 500 мы прошли, я что-то думаю, что останавливаться я не буду. Сейчас чуть передохну. Ну, заодно и скотч намотаю еще немного. Сдается мне, что владельцы Широгоровых, 111-х, будь то Барганов или Флипперов, Дёртника, неважно, или Дёртника, как он правильно произносится. Те, кто пожабил на S90, сейчас так немножко разочаруются. Ну, скажем так, это называется кусание локтей, да? Вроде как так. А, не стоило жабиться. 500 резов тебе. Ну, для сравнения, да, любителей, считающих крысу фолдером номер один, то крыса, она прошла на такой заточке, что-то, по-моему, 60, что ли. Вот. Ну да, крыса там прошла с чем-то, когда она прошла там с микроподводом на 30 градусах, вылизанные чузеры, бла-бла-бла, но... Не, ребят, ну серьезно, 500 резов, это дурдом на самом деле, это дикий дурдом.
Я почему-то, когда тащил, думал, что я пожалею об этом тестировании, о том, что я на него подписался. Я уже об этом жалею. Интересно, конечно, но тяжело же все-таки. S90V. В исполнении братьев Широгоровых. Литр. 500 резов. Ну, поехали. Не знаю, сколько я еще пройду, насколько меня еще хватит, понятия не имею. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть, семь, восемь, девять, десять. Уже тяжело, конечно. И палец уже довольно сильно наминает, даже на напиливании так он. Но уже тяжеловато. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Семь, восемь, девять, десять. Фу, устал я. Устал, и палец очень сильно стало наминать. Как бы как один из критериев, как один из показателей. Давайте попробуем проверить бумажку. 540 резов, пока это все равно результат дикий, абсолютно выдающийся. Это очень много. Вечный EDC, EDC, который можно заточить один раз и больше никогда в жизни. Ну, это так, образно, да? Где наш блистол? Вот наш блистол. Фу, момент истины. Нет. Так, тут да, а вот тут нет. Вот здесь проходит местами. Пятьсот сорок резов Широгоров Липер. Кстати, положение фрейма, да? Очень четко флипует из любого положения, мне больше нравится даже вверх. Ой. Флипует он за счет подшипника, еще за счет одной хитрости, о которой будем позже говорить. Тем не менее, 540 резов Широгоров Флипер. Спасибо за просмотр. Бай-бай, пока.